В Петербурге на одном из тротуаров из-за неправильно припаркованных машин разгорелась драка и громкий скандал между активистами с одной стороны и местными жителями с водителями с другой. Последние оказались весьма вспыльчивы, особенно после того, как услышали просьбу убрать легковушки с пешеходной зоны. Они стали оскорблять общественников, размахивать кулаками и пытаться выбить у них видеокамеру. Пришлось вызвать подкрепление, но это особо не помогло. Все покажет Никита Плугарь. Это я тебе говорю, ты не оскорбляй. Не надо по камере бить. Все. Не надо. Итак, почти каждая фраза. Вы не услышите их целиком, но сами можете догадаться, насколько красноречив пьяный человек. Я возьму тебе нож и башку петушиную твою. Такой ажиотаж вызван, казалось бы, благой миссией. Активисты пришли в этот район, чтобы ликвидировать несанкционированную парковку. Тротуар превратился в проезжую часть. И пока одни пытаются устранить нарушения, другие эти нарушения совершают. Полиция, заберите. Пожалуйста! В обтянутых штанах. Обычно в обтянутых штанах они. Оскорбления, угрозы, препятствования законной журналистской деятельности. И все это в нескольких метрах от полицейских. Разобраться, кто прав, а кто выпил лишнего, кажется, не так уж и сложно. Провокации со стороны местных жителей продолжаются, поэтому на помощь одинокому экипажу ДПС поспешило подкрепление. Правда, усмирить пыл неадекватных мужчин не помогло даже это. Я возьму свою большую палку из машины и вам так коленки переломаю. Привлеките, инспектор, пожалуйста, его. Привлеките по 21. Кажется, о культуре в культурной столице знают только полицейские. Задерживать они никого не стали. У них совсем другой план. Здесь вот стоит компания одна, а с вашей стороны другая. Если мы сейчас начнем с ним возухаться, может подняться еще компания. Для массового беспорядка мне это тоже не надо. Да нет, конечно, согласен. Он пока стоит, ругается, пусть ругается. Но ругань со стороны этой компании давно перешла грань. Несколько угроз здоровью и жизни уже прозвучали, а удары по камере стали привычным делом. Руку! Уходи от камеры! Полицейские развели противников по разным углам. Кулаки убрали в карманы. Подвыпившие соседи ждут, когда смогут остаться с активистами один на один. Но время шло, а полицейские все не уезжали. Все, который больше всех выпендрился, он же быстрее всех ушел. Итог этого конфликта, кажется, был предрешен. Машинам на тротуаре быть, как бы этого не хотели активисты. Возможно, через время местные жители сами попросят помочь освободить их от засилия авто на пешеходной дорожке. Но вернутся ли общественники вновь? Чужих в этом районе не любят. Никита Плугарь, Евгения Лебедева, «Экстренный вызов».